Всем привет, друзья мои! У нас сегодня шопинг в Секонде, в котором мы давно очень не были. Я вижу, значит, здесь есть красивые симпатичные сережки и очень красивая там вот брошь лежит. Ой, я плохо снимаю. Вот это, но она стоит $40. Это какой-то бренд. А вот внизу я вижу, тоже есть какие-то интересные вещи. Вот красивая брошь за 15, вот красивая брошь. Ну вот, вроде кое-что появилось. Я надеюсь, что мы что-нибудь сегодня с вами увидим. Ну, пойдемте сначала к стенду. Так, что здесь? Здесь, кстати, серебро всякое. Пойдемте сначала к стенду. Вот какой красивый колец, $13 всего лишь. Здесь есть несколько симпатичных тоже вещей каких-то. Пойдемте сначала на стенд. Потом я подойду, попрошу у них что-то показать мне, наверное, прибавилось ли интересных вещей, потому что последние разы, когда я здесь была, здесь было очень все бедно и печально. Смотрите, какие симпатичные сережечки, стоят всего лишь $5. Сердечки такие, но они современные, конечно. Начнем с красивенной бабочки за $3 всего лишь. Очень красивая вещь. Ну, наверное, без маркировки. Хотя производит впечатление старенькой. Так, я постараюсь громче говорить, чтобы переключать милых кричащих детей. Так, я уже вижу, что есть много интересных вещей. Я вижу, что кое-что появилось. Это радует. Красивая старинная винтажная брошь за $5. Обычно такие броши, здесь, видите, немножко следы клея. Обычно такие броши не имеют маркировки. Видите, длинная игла. Мы посмотрим ее в тележку, там и разберемся. Я приехала из отпуска, была в отпуске, вся простуженная, говорю в нос. Пожалуйста, не пугайтесь моего голоса. Так, смотрите, какие интересные клипсы. Они... Одна упала, и ее повесили просто так. Смотрите, какая красивая обратная сторона. Здесь есть какой-то знак. Давайте поближе посмотрим. Немножко заржавевшая она. Красивые такие лепешки за $2. Тоже, скорее всего, винтажные. Что-то я еще здесь видела. Вот такие красивые, тоже винтажные, но простые за $2. Вы знаете, у них очень хорошо сохранилось покрытие. Я постараюсь, чтобы сегодня было интересное видео. Вот тоже винтажные такие клипсы, но, вернее, серьги на винтах, но простенькие. И такие все в клею. Я сейчас, наверное, начну сначала все-таки, чтобы мне охватить все подряд. Не понимаю, что это. Вот такие вот интересные, тоже старенькие. Но я пока их оставлю. Знаете что, я пойду в самое начало. Давайте начнем сначала. Так. У нас жемчужные бусы. Маркировки нет. Стоят $3. Судя по крючку, они винтажные и красивая какая-то застежка у них. Посмотрите, видите, какая интересная удлинительная цепочка. Так, я не понимаю их, поэтому я их положу в тележку. Вот, видите, как они сделаны. Вот, $3 они стоят. Вот очень красивые вот эти вот, как это называется? Забыла название, на которое, собственно, прицеплены эти нити жемчуга. Так, это зажим для платка. Интересный. Что здесь еще у нас? Вот интересные клипсы. Явно винтажные. Наборные. Маркировок никаких нету. Цена $2. Вы знаете что? Я их положу в тележку, а вдруг я найду к ним какие-то здесь бусы. Начинаю отвлекаться, что часто бывает.
Была я сейчас в отпуске. Ой, это сова, какая смешная. Ездили мы в Америку, навещали мое семейство. Я там заболела, простыла. Ужасно. Посмотрите, какие интересные. Простите за. Посмотрите, какая интересная здесь застежка. За $4. Они явно какие-то старенькие боссы. Я оттуда привезла из Америки. Я там кое-что купила, конечно. Я там пошарилась по их благотворительному магазину. Привезла очень красивых вещей. У меня не было много возможностей, времени. Я кое-что привезла. Сниму вам обязательно видео, покажу. Но привезла немного. Но хочу сказать, что цены там просто даром. Они просто все отдают даром. Так, клипсы за $2, скорее всего, винтажные, но обычные. Вот, я очень впечатлена от того, как там все дешево. И нам, конечно, нам в Канаде, конечно, просто грусть и печаль, особенно если учесть, что у них нету таксов на покупку, то есть вот цена, это и есть цена. У нас еще надо добавить 17% сверху. Красивое колье. Вот, но много я не могла там долго, потому что никто там не разделяет моего увлечения всяким старым хламом, поэтому мне не удалось много там провести времени за шопингом винтажным, но кое-что я купила. Вообще там люксовые вещи, в общем-то, за совсем недорого продают в этих секондах. Но, честно говоря, я просто боялась все-таки, что это подделка. Я не настолько эксперт, хотя на вид, на мой взгляд, там были шарфы Dior, там Gucci, на вид совершенно настоящие. Очень прям совершенно настоящие, но я не эксперт. Поэтому, честно говоря, я побоялась их покупать, они стоили $50. Ну, с другой стороны, можно было бы, конечно, купить. Так, брошь какая интересная, смотрите, за $4, но она очень какая-то очень громоздкая, большая. Не знаю, мне она не нравится. Короче, я ничего не купила, хотя теперь жалею, можно было за $50 американских. Можно было купить. И, ну, купила бы фейки, значит, купила бы $50, это не такие уж деньги, чтобы уж так сокрушаться. Ну вот как-то я не решилась. Сережка на винте. Не подписана, но одна. Вторая куда-то провалилась, к сожалению. Не знаю, что это за маркировка браслета. Нет, это что-то современное. О, какие симпатичные. Ну, это, конечно, современные. Так, я здесь что-то пропустила. Жемчуга. Снова жемчуга. Мне давали совет, как определить, настоящий жемчуг или нет. Его надо положить в рот и погрызть. В магазине, девочки, я этого делать не могу. Как вы понимаете, во-первых, здесь неизвестно, что висит и в скольких местах оно валялось, и в каком состоянии. Во-вторых, это все лапано, уже перелапано очень много раз. Поэтому... Так, $3 клипсы. Маркировки нет, но они интересные. Это похоже на камень, на стекло. Не знаю. Какая-то сережка одна. Видимо, откуда-то упала и отвалилась красивая сережка. Но я не знаю, где вторая. Где ее этикетка? Красивые серьги, но это индийские. Индийские. Тоже красивые сережки, но современные. Интересно, какой браслет. За $5. Он вроде бы должен застегиваться, но я не вижу его застежку. Какой-нибудь будет Dior Lan. Я не вижу, где он застегивается.
Наверное, вот здесь, нет? А, вот застежка. Маркировок нет. Хотя на вид такой очень даже ничего. Казалось бы, должен быть маркированный. Так, смешные серьги на винтах. Без маркировки за $3. Смешные, симпатичные. Так. Брошечка хорошенькая, но нету камушка центрального. Жалко. Повесим ее назад. Смотрите, какие серьги. Настоящий камень. $4. Серьги. Обратная сторона такая интересная. Вы знаете, они настоящие камни. Вложу в тележку. Подумаю. Так, я вижу интересное колье. Ой, что-то у меня упало, потом подниму. Вот это. Это очень интересное колье за $5. Сейчас. Маркировок вроде бы я не вижу. Но... Давайте посмотрим с обратной стороны. Вот здесь что-то написано, правильно? Нет. Ничего не написано. Но колье явно винтажное. Давайте проверим, на месте ли все камушки. Вроде бы да. Я еще потом посмотрю внимательно. Неплохое. Вот это интересное что-то здесь висит. Ну, это что-то современное, скорее всего. Массивное, большое. Без маркировки. Очень интересное, тяжелое. Ну, вот брошечка какая хорошенькая. Такая же, как я, та, что я вам показывала. Только в центре выпавший камушек, а здесь нет. Все на месте. Давайте положим ее в тележку. Так, тут что-то упало. Я сейчас постараюсь вернуть на место. Не люблю, когда все падает, и люди не подбирают. Это невежливо, неуважительно по отношению к остальным покупателям. Так, я опять тороплюсь и что-то пропускала. Рассказываю вам свои байки. Красивый браслет на маркировке. Нет, ну интересно. Так, здесь смотрите. Что-то такое. Интересно, за $5 кулон локет. Вот эта серьга вторая валяется на полу. Кто-то ее уронил. Так, что там наверху? Смотрите, какие клипсы. О, кора. Очень хорошо, $6, ну, эти оценили недешево, потому что все-таки маркировка, они уже тоже научились разбирать, что к чему. О, здесь много интересного. Смотрите, какая за $3 брошечка. И мне кажется, она современная. Не знаю, или какой-то... Вот из чего этот материал? Как будто здесь что-то прилепили. То, что здесь не должно было быть. У меня такое ощущение. Шикарное. За $4 брошь под Дамаски. Просто шикарное. У меня таких несколько есть. Они бывают с маркировками из Испании. У этой, по-моему, маркировки нету. Но брошь очень красивая. Прям супер красиво. Так, здесь очень красивое колье. Смотрите, в центре с камушком. Маркировок нет. 80-х годов колье. За $5. Не знаю, маркировок нету, поэтому, скорее всего, брать не буду. Подумаю. Так, здесь красивые какие-то серьги, клипсы. Но мне кажется, что это серьги, они современные. Вот тут я вижу клипсы. Явно старенькие. Причем
И, скорее всего, маркированы за $5. Это у нас тоже кора. Отлично. Мы сварим на клипсы куры везели. А вот какие красивые. $6. Это серьги, они современные, они очень красивые. Здорово, девочки. Я стараюсь все-таки как-то соблюдать приверженность к винтажу. $2. Значит, это тоже, скорее всего, винтажные сережки. Но я, скорее всего, их оставлю. Потому что, ну, не знаю, нельзя все купить. Здесь интересные, я вижу, клипсы. Я, знаете, сегодня приехала, я с отпуска вернулась, и у меня еще сегодня выходной. Я не на работе, поэтому я сегодня приехала в будний день и пораньше. Поэтому вот кое-что нашла. Серьги не маркированные, похожи на винтажные. $4, не знаю. Так, что-то здесь какие-то еще у нас. А вот какая брошь. Сейчас вот эти хочу посмотреть. Какие интересные, красивые серьги. Очень красивые. Но, скорее всего, современные. Вот эта брошь меня все заинтересовала. За $4. Маркировок нету, но я ее рассмотрю получше. Посмотрите, какая красотка. Интересно. Так, здесь много каких-то колье. Вот какие-то пластиковые бусы. Вот пластиковые бусы. Так, это современное. Здесь какой-то... Нет, интересно. Огромная роза, кулон, большая, тяжелая. Ну что, девочки, я, наверное, сейчас выключусь, пошарюсь сама без камеры и включусь к вам, если найду что-то ценное и интересное, а если нет, то пойдем в чашки потом с вами. Так, это серьги, похоже на винтажные. Ну нет. Так, вот смотрите, вот эти какие интересные. $3 клипсы. Не подписанные, но положу в тележку, подумаю. Так, ангелочек интересный. Вот тоже клипсы за $2. Тоже, скорее всего, винтажные, но простенькие. А вот эти какие интересные за 5. Тоже не подписанные клипсы. Интересные, правда? Но дорогие, не подписанные. Я не знаю, почему они так оценили дорого. Серьга одна, вторая свалилась и потерялась. Вот с этой брошью у меня какие-то сомнения, но я не знаю, что-то я как-то не знаю. Так, это что такое? Клипсы, пластик. Вот эти мне нравятся, девочки. Но мне кажется, это современные серьги, обычные. Что-то ничего такого. Кулон красивый. Мы, по-моему, уже его видели с вами. Вот большие, плоские такие блины. О, кора, смотрите. Неожиданно, совершенно, да, за $4 совершенно не похоже на кору дизайн. Такой минималистичный, современный, но оказалось кора. Вот что-то красивое, но, скорее всего, просто современное. Колье очень красивое. Цепи такие, правда? Так, жемчуга. То есть наоборот, бриллиант. Это дешевый наш бренд местный, современный. Что-то такое непонятно что.
такой браслет. Ну ладно, девочки, я пока выключусь. Включусь, если что-то найду интересное. Which one? I'll get you two as soon as we're done the safe, okay? It feels like I'm here every day. When was I off? Monday? Yeah. Haven't seen Chantel this week. She's in Florida. Oh, she's on VK. Oh, lucky. Okay, I'll buy this one. Okay. Just let her take over. Yeah. Okay, can I see also this one? Yeah, Melina's gonna take over for me, okay? Sure, this one. This one? Mm-hmm. This one. Okay. It is a 2? Yeah, it's 279. Because we write like this, yeah. That's why it goes wrong for us. Okay, I'll buy this one too. Okay. And... You didn't count that, did you? Yeah, oh, yes, you did. Yeah. Okay. Can I see the earrings? These ones? Yeah. Yes. Is it clip on or it's... I don't know. We'll find out. Let's see. So the only paperwork that's not done is just the camera plate. Okay, this is no. And also, can I see this brooch? Oh. Mm-hmm. Yes. No, so let me go get that. Yes. Thank you. Смотрите, какая красота. За $6. Ну, конечно, она китайская. Конечно же, она китайская красота. Ну, не буду. Все-таки не буду. Вот такая интересная брошечка за $6. Даже не знаю, что-то. Это я пошла по третьему кругу, потому что здесь поднесли. Пока меня не было, пока я была в чешках. Ох, смотрите, какая прелесть. Такая морская тематика. Интересная. Сердечко хорошенькое. Ох, какая. Шикарно. Конечно, таких тут у нас много. Так, это какой-то индийский браслет. Что-то самодельное. Смотрите, тяжелое, красивое такое, но не хватает камушков. Тяжелый браслет, красивый. Красивый крест на веревочке. О, с маркировкой. А, Эйвон. Вообще кресты не очень покупаю, Теодор. Вообще, можно сказать, не покупаю. Я не люблю религиозные символы покупать в секонде. Мне как-то. Вот это вот у меня почему-то какая-то. Знаете, вот вы будете смеяться, да? Глупость, конечно, но. Но есть такое дело у меня. Так, здесь какая-то куча цепочек с крючком. Нет, я что-то не поняла. Сегодня очень длинное видео будет. Я хожу. Записываю, еще раз подошла, отошла, еще раз подошла, сходила в чашки. Ой, мне надо магазин, а я все никак не уйду. $5 серьги. Смотрите, какая хорошенькая шляпка. $4. Маркированная. Ну вообще.
Вот, вот это Дорлан. Дорлан или Дорлан. Дорлан, наверное, по-французски. Какая хорошенькая. Ну, у меня сегодня, конечно, будет большой. Большой будет. Большие растраты. Я смонтирую, наверное, все вместе. Но это я уже после чашек пришла сюда снова повесить то, что я не беру с собой. И вот нашла еще всяких интересных вещей. Но я потом это примонтирую в середину видео до чашек. Так что вы не удивляйтесь, что у меня уже там какие-то чашки стоят в тележке. Это я уже вернулась повесить назад то, что я не возьму. И вот, видимо, тут что-то подвесили, пока меня не было. Я еще кое-что нашла, представляете? А уже как бы шла уже в кассу, уже говорила, что все-все, я больше ничего не буду. Красивые какие жемчуга. Так что у меня сегодня непорядок будет видео. Но вы уж простите меня, у меня сегодня будет беспорядочное видео. Но я надеюсь, что вы простите меня. Ой, как красиво. Причем он двухсторонний кулон. Какой красивый. $3. Здесь какое-то сердечко. Aldo F. Ну, Aldo это такая дешевая совсем компания. Можно сказать, копеечная, но красиво. Так, а это что? $3. Не знаю, но тоже красивый кулон. Так. Ну все, девочки, я должна идти домой. Мне некогда. У меня дети плачут. Я только с отпуска приехала. У меня дома конь не валялся. Мне столько всего надо делать. А я понеслась в секонд первым делом. Дорогие друзья, продолжение видео о посуде я решила показать вам в следующем видео, потому что получается видео почти на час. И я надеюсь, что вы дождетесь следующего видео. Оно выйдет очень скоро, через один день. Если сегодняшнее видео выходит в среду, то это будет в пятницу. Пожалуйста, далеко не уходите. Видео очень интересное, было очень много красивой посуды. Поэтому получилось так длинно. И плюс еще я покажу вам разбор украшений, которые я, как всегда, в конце решаю, что я беру, что я не беру. Ну и очень много красивых чашек, тарелок и так далее. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы придете ко мне на следующее видео. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.